Тюшава, село в Рязанском районе Рязанской области России, является административным центром Тюшевского сельского поселения. География: село Тюшава расположено примерно в 14 километрах к северо-западу от центра Рязани на границе с Рыбновским районом. История: Тюшава впервые упоминается в 17 веке, село было вотчиной архиерейского дома. По переписным книгам 1678 года в селе было 12 крестьянских и бобыльских дворов, в которых проживали 110 душ, в селе имелась Ильинская церковь. В 1849 году в селе была построена новая церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери с Ильинским и Пороскевинским пределами. В 1905 году село относилось к Рыбновской волости Рязанского уезда и имело 87 дворов при численности населения 440 человек. 22 мая 2013 года село посетил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он осмотрел новый микрорайон, построенный в рамках целевой программы «Социальное развитие села» до 2013 года, и подарил местной школе сертификат на автобус для перевозки детей. Население, транспорт и связь: село Тюшево обслуживает сельское отделение почтовой связи совхоз «Рязанский».